Давайте посмотрим вторую часть моего мыла. Повторюсь, что вся коллекция собрана не мной лично, а моими подписчиками. Девочки очень много мне присылали красивые экземпляры мыла, такие, которые и купить-то, мне кажется, невозможно было. И благодаря их щедрости, помощи у меня получилась вот такая интересная коллекция. Я считаю, что это просто коллекция моего канала, тех, кто мне помогал собирать. Ну, давайте ближе к делу. Получается у нас вторая часть. Очень оригинальное мыло ко мне приехало аж из Америки. Вот в таких красивых упаковках. Я сначала, когда оно приехало, подумала, что это духи. В нем аж 340 грамм. И все кусочки очень оригинальные. Посмотрите, какая красота. Оксана мне когда присылала, она мне даже подписала, чтобы я знала, что там находится. Так, как мне так ложить, чтобы вам было видно. Второй кусочек мыла с моим любимым ароматом ландыша. Тоже 350 грамм, представляете? Вот такие вот большие вот в ладони, смотрите, какие кусочки. Но если ими пользоваться, их можно на три части делить и пользоваться. Но вот как коллекционное, конечно, шикарное оформление. Вот так оно смотрится. И третий кусочек в упаковке более оригинальный даже. Смотрите, вот такое платье. Оно 3D, выпуклое. И вот так смотрится уже такой кусочек. В этом чуть меньше веса. 227 грамм. На 100 грамм меньше. И кусочек чуть поменьше. Но вот эта оригинальность упаковки, оригинальность кусочков, конечно, впечатляет. Дальше. Я немножко теряюсь, потому что тут много всего. Может быть, это надо было отнести к обычному мылу, но оно для меня тоже оригинально. Оно идет как бы спа процедуры. Тут и с грязями есть, и просто мыло. Они приехали из Израиля. Тут, скорее всего, с минералами Мертвого моря. Вот такие два оригинальных кусочка. Положим их вот сюда. Дальше с ароматом жасмина. Вот такой интересный кусочек. Он кругленький. Пахнет вообще прямо как парфюм. Пахнет жасмином. Очень вкусно. Также вот такие два брусочка. Я не буду говорить, сколько грамм, потому что вот когда показывают девчонки, говорят, сколько грамм, мне вот как-то это не очень интересно. Мне куда интереснее смотреть оформление. Они вот такие тонкие и при этом широкие, очень красивые, и ароматы тут разные. Такие два кусочка. Дальше есть вот такой. Не знаю уж с чем он. Вот он, такой коричненький, натуральный в любом случае. Есть пакетики вот в таком позитивном. Это мыло тоже с ароматом жасмина. Очень вкусно оно пахнет. Прям вау. Единственное, что жалко, пусть и очень большой, но у каждого кусочка есть свой срок годности. Вот это, конечно, жалко, что это не та коллекция, которую можно хранить годами, веками. Она придет к своему завершению все равно. Дальше. Тут откладываю. Вот в такой коробочке. Не в коробочке даже, а в пакетике. Тоже очень интересно смотрится. Смотрите, какой кусочек интересный. Наверное, I love you было написано. Это кусочки, которые режут уже. Мне вот приехал в таком пакетике. Вкусно пахнет ягодками, малинка. Такой кусок. Так, именное приехала ко мне мыльца Светлана. Вот такое оно интересное. Сувенирное мыло. Ручная работа. Светлана, есть еще у меня вот такое мыльце. Тоже красивое такое.
Такое милое. Прям очень милое. Мыло, которое приезжало в подарок моему мужу. Мужик 100%. Вот такое оригинальное. Дальше вот эти интересные очень кусочки. Одна с лавандой, другая с ананасиком. Тоже приятно очень пахнут и очень красиво оформлен. Вот видно, да, они прям такие очень красиво оформленные кусочки. Дальше есть несколько кусочков. Я их вместе покажу. Специально показываю чуть быстрее. Вместе они с оригинальной упаковкой. Это уже из Турции, кажется. Приезжали ко мне. Чаще с оливками. Вот ванильное вижу одно. И алоэ вроде Вера. Это уже мыльца такие полезные, которыми пользоваться очень хорошо. Следующие оригинальные тоже мыла. Сейчас я их попробую быстренько достать. Тоже они идут глицериновые. Вот так. Не буду тоже смаковать каждый кусочек. Манго. Так, тут чего у нас? Вот так. Цитрусовый фреш. Яблоко-гранат. Тут быстро не вижу. А тут отвалилась упаковка малинка. Вот такие вот кусочки. Очень люблю вот это мыло. У нас оно сейчас одно в использовании, а второе ко мне приехало в подарок. Оно еще убрано. Это черное мыло. Оно классное для умывания. И можно мыть голову. Хорошо подсушивает, если жирная кожа. И если склонная к прыщам, то тоже оно немножко подлечивает. Вот такое вот оригинальное мыло. От Спивак у меня два кусочка. Горький шоколад. Но у Спивак все натуральное, но ароматы у них такие специфические. То есть удара на ароматы не ждите. То есть обычные кусочки. И африканское мыло с маслом ши. Оно тоже темное такое вот. Переходами к светлому похожие. Так, вот это интересное мыло. Далеко не расходитесь. Сейчас сначала вот такие красивые коробочки идут, а потом я покажу фигуристые разные. Вот такое есть. Есть вот такое красивое. От Dolce Milk покажу. 4 у меня есть кусочка. Вот такие вот. Клубника, банан, по-моему, персик и еще что-то. Ну, в общем, фруктики разные. Тоже вот так они красиво смотрятся сбоку. Оригинально. Дальше. Тоже красивые упаковки. Очень вкусно пахнут кусочки. Приезжали ко мне в подарок от Мон Пари. Вообще у них в двух видах есть мыло. Это вот такое в бумажной упаковке. И есть от Мон Пари вот такое с птичками. Сначала вкусно пахнут, потом ароматы пропадают и просто пахнет мылом. Ну, наверное, сейчас уже перейдем мы с вами. А, вот еще одну от Мон Пари нашла. Вот еще вот такое. 3 кусочка получается. Таких красивых. Вот сюда их поставим. И, наверное, сейчас мы с вами уже перейдем к оригинальным мыльцам. А в первой части мы посмотрели с вами, ну, как бы кусковые, обычные, можно так сказать. Вот еще, кстати, нашла, не доказала. От Деликея есть вот такие 3 кусочка. Очень красивые. Прямо они. Прямо вау, какие красивые. Давайте их вот сюда к этим же положим, чтобы они у меня к
кучковались вместе. Присылала мне Жануля вот такое красивое мыло. Ну, прям вот супер-пупер. Не могу я его ни раскрыть, ни начать пользоваться. Оно в мешочке. И вообще вот там, где она заказывала, я вот так вот покажу, ассорти шашлык, видите. То есть можно такой шашлык было взять, и тут все разнообразие мыл, которые можно попробовать, и заказывать уже конкретный какой-то аромат или, ну, в общем, состав какого-то мыльца. Вот он такой шашлычок, очень интересный, оригинальный у меня есть. Дальше приезжала ко мне вот такая красота. Посмотрите, какое чудо. Они такие маленькие мыльца в форме пироженок. Вот такая вот милота у меня есть. Есть мыла, которые ко мне приезжали от девочек, которые делали их сами. То есть одни девочки мне присылали то, что купили, чью-то работу, просто красивую, бесподобную. А есть девочки, которые присылали свои работы. Мне и Катюшка, и Иринка присылали то, что делают своими руками. Одна такая мороженца. Вот такой цветочек. Так, сейчас вот такие ландыши, вот так смотрятся. Они в пленочке, я не стала вынимать из пленочки. Немножко буду сбиваться, потому что что-то я там откапываю. И магазинная работа, ну тоже оригинальная, покажу здесь. Такая лапка, ножка, смешная. Так, Санкт-Петербург. Смотрите, какая красота. Это Иринка делала. Даже подписано, что это. Мостик их знаменитый. Так, дальше вот такая роза красивая. И из разных наборов, уже из магазина, я соберу вот так вот тоже глицериновые такие мыльца в форме в разных формах. В форме розочки, вот такого куличика. Обычно вот такие мыльца, которые я сейчас показываю, они приходят вместе в коробочках, вместе с бомбочками, солями для ванн. Девчонки мне присылали, как бы соль, бомбочки уходили в расход, а мыльца сохранялись и лежат у меня в коллекции. Так, дальше. Ну вот еще из магазина покажу. Это тоже мне девочки присылали, но я знаю, что такие можно в Магнит Косметик купить. Вот такие интересные фигурки. Киска, собачка и лягуха. Ой, не уронить. Это не то, что можно спецэффекты устраивать. Тут разобьешь и в мыльницу отправишь. Дальше, давайте я все интереснее и интереснее продвигаюсь. Вот такой ко мне приезжал набор от Флоресан. Три кусочка мыла, они разного аромата и разного состава. То есть совсем прозрачное такое, глицериновое, матовое такое и плотненькое. Вот такая красота. Не упадет? Не должно. Из Америки ко мне приезжала вот такая красота. На самом деле, каждый лепесточек это отдельное мыльце. Розочка, видите, у нее серединка там, бусинка. И все это лежит на белоснежном полотенчике. Очень приятный аромат и вот такая оригинальная упаковка. Прям очень понравилась. Есть у меня мыло. Все самое лучшее только для тебя. Это вот такие розочки. Каждый лепесточек можно отрывать и им намыливать ручки. То есть это такое как бы набор одноразовые мыльцы. Можно с собой такую розочку в сумочке носить. И когда нужно воспользоваться мыльцем в каком-то общественном месте, отрываете лепесточек и намыливаете ручки. Из этой же серии вот такие лепесточки у меня есть. Жалко, но надо носить такую вещь в сумочке тоже. Вот оно, каждый лепесточек это мыльце. Я несколько штук брала, размыливали, смотрели, как пользовались. Еще есть розочки
Вот такие. Тоже из набора. Это мыло шло вот соль, например, с этой стороны, с этой шарики там или крем какой-нибудь для рук. И вот такой вот мыльце. Такие розы. Есть очень красивый набор. Смотрите, в какой упаковке. Я тоже сначала подумала, что это духи, когда мне Оленька присылала, Оленька Крюкова. Вот такая красота. Смотрите, прямо каждый шарик – это букет роз. И пахнет, конечно, розами. Прямо открыла, и аромат розы пошел. Вот такая упаковка, шикарнейшая просто. Так, не знаю, как поставить, чтобы вам было видно все. Наверное, вот так. Дальше. Все интереснее и интересней. Сейчас вот эти вот два кусочка покажу. Тоже откопались. Первый кусочек мыла. Вот такой вот он. От L'Occitane. Интересный. Давайте его сюда спрячем. Второй приехал из Израиля. Вот в таком красивом пакетике. У них Lanvin. Вот это вот есть компания. Лерочка мне присылала. И вот с этим ароматом океана. У меня был целый набор. Ну и сейчас есть это там и крем для тела, крем для рук. И вот такое вот мыльце. Но мне жалко его пока трогать. И оно у меня лежит на память. Радует меня. Дальше. Танюшка Хорошева делала вот такие малышки. Присылала мне. Своими руками делала. И я вам сейчас их вот так вот вместе-то все и покажу. Ну, в общем, вот так вот. Разные кусочки, малышки. У меня лежат как напоминание Танюшки. Дальше. Давайте все-таки переходим мы сейчас к фигурным мыльцам. Это вот такая яишенка. Иринка мне делала. Вот такая красавица. Когда хочется кушать, я на нее смотрю. Также есть две мандаринки. Прям как настоящие. Посмотрите, разве вот скажете, что это мыло и можно мылиться? Нет, ничего подобного. Можно отрывать дольки и кушать. Такие малышки. Есть у меня кексики. Такие кусочки. Прям аж слюни текут. Второй тортик вообще бесподобный. Смотрите. Прямо вот все слои как настоящие. Тут ягодки сверху. Он просто шедевр. Дальше. Катюшка мне присылала. Вот такой Хома, на меня похож. Вот такой вот. Держит тут себе печенюху какую-то. Щеки уже набил, и все мало. Это прям про меня. Видите, у меня сколько мыла. Какой этого хомяка. Такая собачка. Милейшая. Но она в пакетике, мне не хочется открывать, потому что я когда открываю, потом упаковываю, деформируются пакетики. Вот такая вот милота. Есть белый мишка. Такой красивый. Смотрите, как лапки сложил. Вот такие у него пяточки. Такой мишка. Оксаночка Александрова мне в прошлом году с юга присылала. Ну, не мне, Максимке. Знаю, что у меня ребенок очень любит котиков. Вы посмотрите, какая прелесть. Вот такой котик, вот так вот он смотрит. Очень красивый. И знаете, что она в этом году подарила? Вот такого котика. Ксюша, спасибо. Вообще, каждой девочке огромнейшее спасибо. Все, кто мне что-то присылал, оригинальное, ну это вообще просто бесподобно. Вот такой котик нашей коллекции. И в этом году, Жануля, спасибо тебе, Жаночка,
прислала Максимке вот такого котика. Как он доехал, вы посмотрите-ка. У одного лапка была кверху, там хвостик в бок, все доехало. Девочки так упаковывали, что все доехало через расстояние огромное. Вот такой котик с божьей коровкой. И также Жанули еще прислала двух медвежат, тедиков. Вот такой вот лапочка. Красивый, на подушке валяется. Он у меня стоит на полочке. Все думают, что это статуэтка. Поэтому без фольги. И второй медвежонок. Вот такой вот с букетом цветов. Ну, вообще прямо как статуэтка, только вкусно-вкусно пахнут. Так, песика подвинем и вот сюда поставим. Вот такая коллекция оригинального мыла у меня есть. Ну, наверняка первая часть будет больше. Я просто начала со второй, а сейчас начну снимать первую. А вы будете смотреть все по порядку. Очень много, очень классно. Коллекция еще и пополняется. Сейчас поближе немножко покажу. Вот более простые, ну как простые, они красивые, но вот которые кусочками я там вдали сложила, а все, что оригинальное, оно здесь вот так вот спереди. Хранить, многие спрашивают, где хранишь. Храню я в комодике, в пластиковом, но вот которые кусочки у меня не на полочках стоят, а надо сложить в комодик, то в разных вот таких коробочках закрытых, чтобы не деформировать красоту кусочков. Вот. И все в комодике. Поэтому, если кто-то переживает, что мне некуда класть, есть куда класть. Еще и достаю регулярно. Все это пересматриваю, нюхаю, разглядываю и прячу. Ну вот сейчас решила с вами поделиться. Давайте сейчас я буду снимать первую часть. А для вас это заключительная. Поэтому я прощаюсь. Надеюсь, запрос я выполнила. Комментарии отключу, потому что плохие комментарии, они портят радость. А зачем оно мне надо, чтобы мне кто-то что-то портил? Поэтому, а те, кто хотел посмотреть, я уверена, что посмотрели и получили удовольствие, так же, как и я получаю удовольствие, когда смотрю подобные ролики. Всем до новых встреч и всем пока!